В Дербенте ликвидированы двое боевиков, об этом сообщил источник в городском отделе полиции. В ходе действующего там режима КТО спецслужбы взяли штурмом дом по улице Сальмана, где скрывались бандиты. Они оказали вооруженное сопротивление и предприняли несколько попыток прорваться через оцепление. В результате ответным огнем были нейтрализованы. По предварительной информации, их личности уже установлены. Это амир 5 районов Южного Дагестана и его пособник. Добавлю, режим КТО действует в городе с часу ночи.